Через несколько дней мы узнаем, как изменится мир. За океаном появится новый лидер. Хиллари Клинтон намерена завоевать Сирию, блокировать Россию военными базами и не допустить наш газ в Европу. Дональд Трамп не так агрессивен во внешней политике. Вся его программа положительная. Не только для Америки, для всего мира. Но обещает управлять Америкой железной рукой. Он предлагает построить стенки, что очень опасно с экономической точки зрения. Весь мир делает ставки. Кто победит? И самое главное, чего ждать нам? Новой холодной войны или сотрудничества? Американский выбор. Ядерная баба против атомного мужика. Чем это грозит человечеству? В четверг в 20:00 на РЕН-ТВ.